Работа по благоустройству запланирована сразу в нескольких районах Ульяновска. Например, на транспортной планируется обустроить не только остановку, но и территорию вокруг нее. Планируем на противоположной стороне дороги установить, разместить остановочный павильон с устройством заездного кармана, выполнить устройство тротуарных подходов протяженностью более 100 метров. Также будет отремонтирован участок на перекрестке улиц Железной дивизии и Карла Либнихта. План благоустройства одобрил губернатор Ульяновской области, который посетил все участки, где будут проходить работы. Очень много действительно ходит людей, здесь пользуются именно этим тротуаром, пешком. Поэтому давай создадим действительно хорошие условия, чтобы приятно было и на работу пешочком пройтись, и погулять вечером. Вот. Деревья также требуют опилок. Кроме того, ремонтировать тротуар уже начали на улице Ленина. Новая пешеходная зона будет тянуться с улицы 12 сентября до улицы набережной реки Свияги. Здесь дорога и тротуар достаточно в таком запущенном состоянии, поэтому на сегодняшний день уже принято решение о выполнении ремонта тротуара для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться из центральной части города Ульяновска, из Ленинского района, в сторону Засвияжья. Все работы по благоустройству должны быть закончены в сентябре. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.